Привет! Это прямо очень коротенькое видео про вещь, которая меня удивила. Я ненавижу продукты, которые производятся для магазинов, то есть типа там вот это 365 дней, Дикси, все вот это вот. И не покупаю, потому что считаю, что это какой-то второсорт, вообще третий сорт. Не для таких королев, как я, делалась. Но надо мне сейчас как можно больше витаминов, пить всякие там соки полезные и так далее. И я люблю гранаты, и периодически покупаю и гранаты, и гранатовый сок, потому что гранаты очень лень мне чистить, прям ужасно. Не умею, не люблю. Мне нужен специальный раб, который чистил бы мне гранаты, и когда этого раба нет, я покупаю гранатовый сок. И внезапно я увидела в интернете у господина Грилькова слепой за тест соков граната, и там, как ни странно, победил сок лента. Как бы вот. И решила я, что господин Грильков сошел с ума, или ему заплатили за это денежков, потому что сок это стоит меньше 100 рублей. И пошла я его и купила. Слушайте, это какое-то волшебство. Я не знаю, из чего они его делают, но вернее как. Тут написано, что делают они его из гранатового сока прямого отжима. И все, производство Азербайджан. Он такой вкусный. Он совершенно без сахара, он дешевый, он по вкусу, он немножко вяжет, как натуральный гранат, и там даже немножко ощущается вот этот вот такой горьковатый аромат корочек. Лента, ты меня очень удивила. В общем, рекомендую всем, кто любит гранатовый сок, попробуйте. Я не знаю, что это такое, но вот действительно по вкусу это потрясающе. Если я не вру, что там ничего не добавлено, то это очень здорово. Конечно, в наше тяжелое финансовое время сок гранатовый за 100 рублей за литр – это просто находка. Вот всем нищебродам рекомендую.